Как вас? Ксения. Паша. Больше не болит то, что очень приятно. В моей душе, но вспышками в памяти каждый твой жест. Я тебя просил, просто улетай. Медленно, медленно так догорает рай. Ты так искусно режешь без ножа. Ты меня не использовала ради карьеры, а теперь пришла обиженная разъяренная. Что ты сказала? Отпусти. Ксюша. Я никуда не поеду. Ты мне вернула это. Ты вчера пообещал, что позвонишь. Ну что, понятно? Слушай. С разрешения. Прости, что я внезапно ушел. Узнал, что тетка жива и всему не смешать. Я хоть честный в своих намерениях, а ты врала с первого дня. Поможешь мне платить сейчас? Ну, хотя бы нет. Павел Аркадьевич, ну что делать? Спокойно, партизанка, я свой. Выходи за меня замуж. Это что, да? Хозяином отеля, сделаю тебя моим самым. Меня что? Клянусь, серьги! Твою мышь! Клянусь, серьги! Что сказать? Поздравляю с скорым повышением. Паш, я знаю, что ты кидаешь. Я тебе по-дружески дала шанс признаться. Да, получается, дружбу твою покупаю. Короче, я чуть-чуть запуталась.